Адвокат экс-министра лесного хозяйства края Дмитрия Маслодудова подал апелляцию на решение об отмене его подзащитного. Напомню, два дня назад суд железнодорожного района направил бывшего чиновника, которого подозревают в получении взятки, на два месяца в СИЗО. И это несмотря на то, что адвокат настаивал избрать иную меру пресечения, ссылаясь на состояние здоровья Маслодудова. Сам экс-министр вину свою не признает. Под стражей он пробудет до 18 ноября. Естественно, я отношусь крайне негативно к данной мере пресечения. И я, и мой подзащитный считаем, что однозначно в данной ситуации возможно было возможно и необходимо было более мягкая мера пресечения. Аргументы, на которые ссылались следствие, на мой взгляд, надуманы. Это совершенно стандартная аргументация, которая по всем делам может скрыться следствие и оказать давление на свидетелей.